Фига, у него Макс Соньки тут просела. Ямище какая. Ямище конкретное. Видать, когда черпали болото, до конца не черпанули, и такая вот фигня получилась. Святой источник. Смешно, блин. Смех. Вчера еще ночью блоки здесь перевозили с Максом, которым мне фундамент взял. Передвинул блоки ему. Перевез. Блять, тут пиздец. Вот сюда можно еще вот. Вот это все можно заваливать тоже. До камня. Вот так вот валите здесь. Блять, что там такое, нахуй? Да. Вадим Викторович. Чё? Ну, что у вас там по времени? Я занят. А, вы через часик выводите? Не знаю, пока ничего не обещаю, копаю пока. Непонятно понял. Еще. Ладно, добро. Иди нахуй. Thank you.
меня переворачивает уже. Лапы бы, конечно, с другой стороны бы не помешали бы. Как-то вот так, наверное, они хотели, по идее. Так давай туда, ёпта. Хули нам ходить? Нам лучше медленнее ходить, зато меньше шагов, правильно? Да. Хуя нам это лишний вес носить? Не дотянусь. Блять, с передними рычагами это я буду вообще, у меня спина будет болеть нахер. Я тут смотрел, хотел купить, думал трехтонник взять или 2,5 робот. Но Ханикс, у него рычаги впереди, блядь. Это просто пиздец. Зачем делать передние распределители? Они ж далеко, сидишь сутулый, как, блин. Вообще паранойя какая-то, нахер. Зачем они делают впереди рычаги, я не пойму вообще. Вообще нахер не надо. Впереди рычаги, это вообще отстой. Везде
издевательство над человеком. Хорошо, не мокрая, такая идет нормальная. Да-да-да, ебаш туда. Ай? Чё говоришь? Я говорю, как я сюда буду вывозить? Когда скалы не будет, трактор подъедет, возьмет все. Полетели. Ну тут уже веселее копается. Ну, а сейчас с водой пойдет. Я так думаю. О, блядь, какие-то корни. Часть не выпала.
Каша выпала. Карусель, карусель, кто успел, тот присел, прокатись на нашей карусели.
вонище каким-то дерьмом, блядь. Вроде дерьма здесь не было никакого раньше. Какой-то свинофермой воняет. Хера не пойму, почему так. О, блядь, нихера себе, трясина, блядь, какая тут, ёпта. Охереть можно. Охренеть. Какая-то трясина. Камень, блядь, тут. Да. Алло, Вадим? Да. А ты это самое, будешь здесь? Нет, на поселке. Ну я сейчас копаю на Серебряной Горке там в конце. А ты уже подъехал? Ну да, да, да. Подъехал. Ну не знаю, спустись. Ты можешь заехать по Серебряной Горке или не можешь заехать? Могу. Заезжай и на, ну не прямо, а направо вниз до самого конца едь. Это самое, по какой? По правой линии? Да, 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 которая самая правая, крутая, вниз пошла. Не по прямой со шлагбаума, а направо, вниз и до самого конца. Потому что я-то копаю на минике, давай. Давай, чё, блядь, говном воняет, не пойму, блядь. Чё, блядь, тут же нету. Ну нету, была здесь свиноферма никакой, ты понимаешь? Так у тебя кузов поврежден, тебе надо на кузовной ремонт, ёпта, ехать на твоей тачке. Ну давай последнюю подгоняй, я сейчас отъеду, пока курите. Ну вот сравни свой участок и этот. Представляешь? 3 метра или 4 вот этого вот. Да, да. И вот это вот я вот копаю уже тут неделю. Ну. Поехали. Говорю, где ты тачку взял? Он говорит, там спиздил. Спиздил. Я говорю, где спиздил? Ну там взял. Взял у соседа тачку. Я говорю, ты нахуя это сделал? А я думал, тут один все-все общее, типа один застройщик. Ой, блядь. На тачке-то пиздец, все, хули. Ее помяли все. Сейчас, говорит, почищу, все будет заебись. Так вот, чтобы не спрашивать, да? Человек сам решает, где что брать, блядь, нахуй, твою мать.
тут, блядь, работнички ебаные в рот. Зачепился за корни какие-то.
хозяин приехал. Все правильно? А? Правильно, привет. Да. Ну, вроде как на середину этого надо, да, швеллера? Не, все нормально. Просто сейчас дальше им потом возить никак не будет. Мне сейчас надо будет останавливаться. Иначе они не могут скалу возить. Я сейчас немножко докопаю чуть-чуть и все. Не, все хорошо. Просто наша траектория была непонятная, я как бы так из головы копал.